Сегодня исполнилось 95 годов Алексею Пиманову, ветерану Великой Отечественной войны, разведчику отряда «Славны» и человеку, якого ведает каждый гомельчанин. Один из первых, кто повиншовал Алексея Ивановича с юбилеем, старшиня Гомельского горвыконкома Петр Кирышенко. Мэр города пожелал ему завсёды заставаться активным и життя радостным. Так само ветеран отримал подарунки, сярод яких фото, где Алексей Пиманов утримает в руках уласный сдымок часов своей молодости. Сюрприз по-соправдному расшулил мужчину. После Алексея Ивановича наведал областный музей военной славы, где для именинника подрыхтовали концертную программу. Повиншовать ветерана собрались представники улады, громадских объединений, военные. Алексей Пиманов признается, не глядя на взрост, и он отчувает себя молодым и счастливым человеком. Навод поделился рецептом долголетия. Я никогда не сдавался и сдаваться не буду. Это плохо, когда сдаешься. Сдаешься, Господь ведет нас всех, Господь нас ведет. Если будешь слушать Господа Бога, там не обязательно на показ там молиться, можешь тайно молиться где-то, почитать его. Все будет хорошо. Это я вам советую просто из своего жизненного опыта.